Привет, мне вздумалось сделать видео о том, как делать КХ каждый день. И вот находим NPC админ базы гильдии. И берем в столбики квесты. В первую очередь викторина, она самая простая. Ответы все есть на сайте, потом это уже просто запоминается. Зол 3 это вот два квеста на мувов, есть квест на странника, и сейчас к нему надо идти вверх, до тамошнего столбика. Здесь берем задание телепортер. И здесь приходится кормить животное. Все почти штуки понятны, откуда добываются. Только вот эта пилюля здоровья дракона, это кровь дракона. Коробка сладких конфет, это тростниковый сахар. Ну а остальное вроде все понятно. Здесь сразу в этом, вокруг столбика или в проходе находим нужную вещь. И 6 раз копаем. Просто ждем, пока она респавнится. Все выкопали, телепортируемся обратно. Теперь, если повезет, дадут вселившийся дух. Во, хорошо. Подходим к нему поближе. У всех классов тут проблем нету, кроме некоторых магических, типа шамана. Ему имеет смысл... Есть всего лишь вот эта вот тонкость, что надо подойти близко, чтобы он не бил издалека магии, потому что он будет сожрет всю ману, а тратить на него бутылки, это как-то не стоит того. А вблизи бьется вообще легко. Можно спокойно врубить макрос на босса и авкать. Готово. Пятьдесят очков престижа с него. Мелочи приятно. Входим и идем бить мобов. Входим вот сюда. У управляющего тоже есть квест, но его не стоит брать, он там стоит мираж. Зачем это тратится?
Перенабил мобов. Сдаю квесты. Вот эти штучки сразу продаются, потому что все уже забито. И еще взнос на строительство. Эти очки строительства вроде никуда больше невозможно потратить все равно. Поэтому их в любом случае надо вносить. И это все.